Всем привет! Опять я в лесу. В общем, короче, все нормальные люди ходят в лес отдыхать, гулять, а Полина как бы видео тут снимает. В общем, да, действительно, я пришла видео снять. Вот, так что буду сейчас готовить место. Я вот такое вот место нашла с таким вот умершим деревом. Я не знаю, как его называть. В общем, здесь такая вот полянка. Зелененькая, еще так сказать. Поэтому я решила остановиться здесь, потому что уже, как вы видите, все потемнело, даже не желтое, а именно темно-коричневое, и уже как-то деревья лысые. Вот. Да, и я тут как раз вот возле дороги, где могут проходить люди с одной стороны и с другой стороны тропинка у меня. Так что надеюсь, что не будет никто мешать и залипать тоже никто не будет. Да, и надеюсь, что я не замерзну окончательно, потому что сегодня у нас значительно похолодало. Вот, так что буду готовиться. Кстати, видео будет про покупки, так что ждите. В общем, вот так вот выглядит мой съемочный процесс. Там для видео буду снимать сейчас всякие заставки. Здесь вот тоже. В общем, все как положено. Я уже тут намазюкала губы своей новой помадой. В общем, хотела снять шарф и без перчаток снимать, но чувствую, что я просто околею, я просто замерзну. И я надеюсь, никто не смутится, если я видео буду в перчатках. Но чувствую, мне в них, наверное, не будет удобно. В общем, короче, посмотрим, потому что я уже замерзла. Так, уже все отсняла. В общем, честно, я как-то так немножко даже подустала, но жутко замерзла и жутко довольная, что я это сделала. Надеюсь, все будет слышно, не будет никаких помех и все будет ясно и понятно. В общем, чтобы мне не пришлось 10 раз ходить туда-сюда. У меня просто возникла такая идея 2 дня назад, и вот я решила, короче, так поступить, снять видео про покупки здесь. Меня подвела моя камера. В общем, хорошо, что я влоговую всегда с собой ношу, и она всегда у меня заряжена. В общем, все я уже прибрала, все уже отсняла, осталось все остальное положить в сумку и снять мою помаду, потому что с такой помадой я не хочу идти, тем более она у меня не слишком ровно нанесена, потому что я красила губы здесь и как могла, так и нанесла именно ровно, но в жизни, поверьте, это не так красиво выглядит, как на камеру. В общем, на это все и было рассчитано, в принципе. Да, я еще, кстати, накрасилась, сделала такой макияж, в общем, осенний. Все у меня прям осень-осень. Представьте, иду, бумажку держу в руках, ну, салфетку, которой я губы стирала, а тут такое. Свинарник конкретный. В общем, это жесть. Вот так вот у нас люди оберегают природу. Пришло время авокадо. Обожаю его. Дубль 2. Всем привет. Короче, тут куча людей гуляет, а я опять снимаю. И смешной момент такой был. Я ехала только что в маршрутке, и сидел парень передо мной. Редко видишь таких людей, конечно, как ты, да? Он сфоткал сначала сам себя, а потом еще решил пританцовывать под музыку, которая у него играла в наушниках. Ну так, со стороны смотрится смешно, поэтому теперь я знаю, как я выгляжу для людей со стороны. У нас уже